понятно. Турция впервые после 54-го года попала в финальный турнир чемпионата мира. Но, внимание, подача. И счет открыт. Счет открыт. Прыгал, прыгал. Давала. И вот допрыгался полузащитник Милана. 1-0. Сейчас увидим повтор. На наших экранах был расстроенный голкипер японской команды Сейго Нарадзаки. И Давала. Юмит Давала. Высокий прыжок. И такое впечатление, что защитники сборной Японии разобрали всех, кроме этого футболиста. В начале сезона.